Классно. У меня компот. Бомба взорвалась, видимо. Да нет, мы просто моба пьем. Да нет, меня там навешал же дудки. Зашел потом Винс. Что-то взорвалось у меня. Возможно. И компот повесился. Комбат либо через бафы передается, либо через урон, либо хил. Слышно.
еще? Колю. Собрание там еще есть. Можно и этого убить. Не ту же разница, кого первого убивать. Кстати, кулагарный обязательный, а совет? Совет? Совет обязательный или нет? В плане на йога. Не знаю. Наверное, нет. Там возле панели один моб. Я уже проверял. И умер. Ну, засчиталось хоть. Квест? Я тут сразу не заходил. Это вы с нахранителей Хэми, да? Да, с хранителей и с каждого по печати. Чтобы дверь открыть колдовом. Время – деньги, друг! Потеть будете на собрание или нет? Я не знаю. Ну. Я предлагаю убить быстро и пойти на хранителей. Тут... Ну, тоже. Только кстати. Есть рады ключа. Ну, ключ у нас у Войта есть. Да, у меня есть как бы. Он не к спеху, там просто что шмот. Ну вот и я, потому что давайте лучше хранителей потравим, убьем лучше больше, чем сейчас будем заморачиваться. Если даже случайно вайпнем, это потеря времени. Ну можно вообще сделать так. Пить кулина, кошку, а этих напоследок, если они не обязательно. Большой, средний, маленький. Сейчас рабу поставлю. Написал, что отойдет. Дают. У меня есть, что есть барабан на каску, поэтому может баллы могут перераспределить.
лучше будет, я думаю. Ну тут 2% разницы, зато баф есть целый. Просто насколько он критичный, если там паладиновские, ну, щит бафать. Тут как бы просаживать будет. АОЕшка. Ну, молния силы природы. Что там? И зеленая лужа силы тьмы, по-моему. Гариус на большом. Средний и маленький ДК забирай. Большого убиваем. Оставалку юзим. Я боюсь, сапотешу. Рисую ману, сакру, ой, клятву заново. Зеленая. Мне нужно было в воскресенье вставать. Вот это!
Мышка, беги! Беги, малышка, беги! Че, не дамажит? Не дамажит, дамажит. Блин, далеко будет. Тоже не успел докастовать. Забьем. Я уже так часто умирал. Когда этот приземляется, он уже на меня орется. Несмотря ни на что. У него арс летает, когда он эту летает. А? У него арс летает, когда он летает? Не знаю. О! Сапоги на меня! Сапоги на меня! Ты не ретрик. Я ретрик. Забудь. Кольцо цепану на ряду. Я бы и себе взял. Да тут много кто ролит его. Риснёте, я, не могу. Я рисну, я рисну. Сейчас добегу до тебя. Сапоги на родину. Спасибо. Не за что. Рад тебя видеть. Чё, куда бежать? У вас не сработал. Надо? Он уже мейн спик. Ну да, да. Сейчас добежим. Передам тебе. Меткости ему где-то хватать, у него уже тренька еще. Как тут бьем? Так, два танка. Ну, этого, если нигде она в ДД, то тело и руку только тогда, когда хватает. Ну и там 15% у босса остается, чисто руку добить и все. Либо 30% и две руки добить. Давай килловую какую-нибудь тактику и все. По залам титанов, но никак не думал, что мне придется воевать против их созданий. Это и есть самые килловые. Ну все, я готов убить. Рад тебя видеть. Чем могу помочь? Зеркаем. Или нет? А бафните, пожалуйста, упавшую. Сейчас прибегу. О, смотрите, там планеты. Фибу поставим. Мы через руки или через лучи? Окей. Да хватает, просто подбиваем, чтобы выпустил. Настя. Вам не пройти. Давай теперь.
луч. Я лишу тебя жизни. Еще не готова. Тело. Мне интересно, кстати, сейчас очень. Одна штука. Вас всех сейчас ЖРК подамажила, да? Чё? Вас всех рука подамажила сейчас? Ну да, он стучит руками. Руку. Просто меня сейчас не задело. А, все задело. Ну, вы видели. Это я сало словил, не поняла. А где босс? Это вот ты возле босса стоишь и сало ловишь. Из-за этого он в миле костром сало дает. А где базука? Умер. Короче, вы за двери, он мне глазками, а потом рукой сразу же жахнул вообще там. Каску понимаю. Уже. Можете не говорить даже. Базука испугался. Да я, блин, начал ману резать, а он мне, блин, дело в меня опять этот взгляд сделал дебильный. Блин, уже просто рядом кнопка была. Потом, как выпускает, вторую руку бьем тоже. В другую руку теперь бьем и две руки убиваем. Сейчас эти осколки появятся. Все в руку освободите человека. Базуку освободите. Все, руку последнюю добиваем. 7000. Убили. Да. Что, с колокола ниже опять? Не, не надо мне бага юзить. Потом, чтобы потом забрать. О, на кота в костях. Или на кого. Ну, кошатницу, вы знаете, тоже... Огнидыч-то где? Вылетел, что ли? Видимо. Вылетел, да. Отверни только. Перед лицом не стойте. Перед лицом не стойте у него. Мы уже видели цепную у него. Веселую. Будь в ДД. Кошатницу, короче, без Геры. Ну, зачем он на них? С пула просто сакры дадите. Сначала Тагариус, а потом Настя, типа, друг за другом. Там кошки, чтобы не убили. Ну и станы по кошкам. Она еще долго будет идти. От забав от сама она отрегенить успеть.
сразу падайте хавать. Шаманов по патям распределите. Два тотема трепета. Смотрите, их кошка может убить, если что. Вас или Нигдена, кто-то с вас каст сбейте. Если маги увидите, каст не сбивают, глыбы избивайте тоже. Сначала кошки, потом босс. И стоим в одной метке. Вы зря сюда Гланда упала. Вставать? Че, подожди. Вставай. Кошки стан, первый Тагариус. Все в кошку. Она мне кэсты спила. Потом и сау кинул. Стан есть, сейчас даже. После смерти кошки, отходим. Бармалюга, сбей каст следующий, вот этот сбивай. Уже отходим. Звездочка. Кошка вышла, стан. Все в кошку. Стан Настя потом. КД. Рамир, есть встать? Косты только маги смогут. Мне глыбы КД. Брезука. Так Бармалюга есть. Бармалюга пронизывающим ветром. Я сбил уже все. Мёрт. Еще кошка будет. Вот бьем кошку. О, половину умерли.
Что не так было, кстати? Ну, кошку активнее дикую надо играть. Первый стан Тагариус, второй Настя. Она мне сало пока дает. Главное, чтобы вы одновременно не дали стан. О, мимирон можно зайти уже. Без кров. Они прыгают все равно, и дикая тоже прыгает, приедет, дает тычки. Бафайте, чего вы ждете? А на Мирона что там на хрен нужно делать? Кнопку нажать. Чё, Риды? Угу. Это чё, Изи это? Нет. Находили там просто зергнуть его. Хэми, да? Mm-hmm. Так а мы что, не сможем? Посмотрим. Там нужно выбегать из сосулек. Все хранители открыли. Вставайте в одну метку. Можем кирочку сдать. Чё садить? Тут не
Гера решает, а сбивка стан. Да, но все равно. Гера на Хадире нужна будет. Пошли сначала на Торима. Торима не надо идти. Торим баганый там. Плохо все очень. Потом стан кину. Сейчас закончится этот. Выходить готовьтесь, вышли. Кошка. Она меня, короче, скинула. Фири меня скинула вниз. Под текстуры? Да нет, просто вниз. Поднимитесь на площадку выше, чтобы не было. Отходим. Только тело не покидаем. Не пойму, как под текстуру. Ой, как. Так бейте босса. Каст. Кошка. У всех залагало. Нет. Каст. Кошка. Там в КД. Сейчас откатится. Везет, что Бармалюга не промахивается. Ух, успел поделить урон. Сегодня Навара просто сыпет. Вот где ледяная пещера? Где ледяная пещера, надо туда будет идти. Там будут сугробики такие маленькие, в них нельзя наступать. О, нашел. А почему нельзя? Ну, если не хотите здесь 3 часа сидеть. Что за сугробики? Понял.